Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители! Вас приветствует Баланс ТВ. С вами Королева Элина, и это передача «Жизнь под соусом». Кулинарная передача о том, как превратить обычную трапезу в источник сил, энергии и отличного настроения. Сочная ароматная клубника – прекрасное летнее угощение. В середине апреля на прилавках супермаркетов и на рынке средней полосы России появляется первая клубника. Вопрос в том, откуда она берется и насколько она полезна. Давайте в этом разберемся. Добирается она к нам из Испании, Египта, Турции. Собирают такую клубнику недозрелой, закладывая время ее дозревания на долгое путешествие до прилавков российских супермаркетов. Несомненно, это сказывается на пользе продукта. А вот уже во второй половине июня мы можем встретить на рынке сочную, спелую, зрелую краснодарскую летнюю клубнику. Конечно, лучше отдавать предпочтение отечественной летней клубнике и успеть в сезон насладиться этой очень полезной ягодкой. Придя на рынок, дорогие телезрители, можно удивиться разнообразию предлагаемых сортов. Поэтому давайте разбираться вместе, как правильно выбрать хорошую и спелую клубнику. Ну, во-первых, чем ярче цвет клубники, тем больше в ней полезных веществ. Следует отдавать предпочтение ярко-красным сочным ягодам, причем без вмятин. Клубника является очень быстро портящимся продуктом, поэтому ягодки, уже чуть-чуть подпорченные или с изъянами, могут принести вред нашей пищеварительной системе. Во-вторых, следует обращать внимание на аромат клубники и на ее специфический вкус. Если клубника почти что не пахнет и по вкусу она нейтральна, это значит, что в ней очень много химических веществ, и такую клубнику приобретать не следует. А вот размер клубники совершенно не имеет значения. Это всего лишь говорит о сорте продаваемой клубники. А если вы срываете клубнику с грядки, оставляйте у нее небольшой хвостик. Так ваша клубника будет дольше храниться. Кстати, клубнику можно хранить в пластиковых контейнерах в морозилке целый год. Клубника – царица ягод, настоящая королева вкуса, аромат которой не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Клубничка является не только отличным лакомством, но также и прекрасным лекарством, которое нам дала сама природа. Употребление ежедневно всего 10 ягодок клубники может помочь больным с анемией, а также с туберкулезом легких. Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в повседневной пище и питьевой воде. Несмотря на то, что клубника обладает ярко выраженным сладким вкусом, ее смело можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Также клубника незаменима при борьбе с лишним весом, так как она препятствует усвоению жиров и лишних углеводов. Ну что ж, дорогие телезрители, поговорим немножечко о противопоказаниях и мерах предосторожности при употреблении клубники. Клубнику нежелательно употреблять ни с какой другой пищей, особенно с молоком, йогуртом или медом. Клубнику следует употреблять отдельно, либо не употреблять ее совсем. Также в состав клубники входит огромное количество фруктовых кислот, поэтому если у вас есть нарушение желудочно-кишечного тракта, употребляйте клубнику
клубнику с большой осторожностью. Очень часто у людей встречается аллергия на клубнику. На самом деле, если мы с вами внимательно посмотрим на ягодку клубники, на ней находятся очень большие поры, в которых содержится клубничная пыльца. Очень часто встречается аллергия на клубнику. Но на самом деле, это аллергия не на саму клубнику, а аллергия именно на клубничную пыльцу. Поэтому, если вы склонны к подобному заболеванию, перед употреблением клубнички просто обдайте ее кипятком и можете ее смело кушать. Клубнику очень полезно кушать людям, склонным испытывать депрессивное состояние, впадать в хандру и лень. Все это происходит благодаря тому, что в состав клубники входит огромное количество меди, которое образует гормон счастья – эндорфин. Ну что ж, а чтобы в завершении еще лучше познакомиться с этой замечательной ягодой, узнаем о ней несколько интересных фактов. Интересно узнать, что существует белая клубника. Белая клубника является гибридом клубники и ананаса. Также интересно узнать, что клубника – это единственная ягода в мире, у которой косточки находятся не внутри, а снаружи. Клубнику очень полезно употреблять при головной боли, так как в ее состав входят вещества, близкие по составу к аспирину. Очень хочется порадовать представительниц прекрасного пола. Клубника является очень низкокалорийным продуктом. На 100 грамм продукта приходится всего 30 килокалорий и 0 граммов жиров. Клубника за счет своего приятного вкуса и притягательного аромата является излюбленным детским лакомством. Это действительно так. Она богата витаминами, микроэлементами, клетчаткой, малокалорийна, просто идеально подходит для детского питания. Также производители детской косметики, зубной пасты и детского питания с удовольствием используют клубничные ароматизаторы, чтобы угодить малышам. Вообще клубнику маленьким деткам можно давать уже с 12 месяцев в качестве первого прикорма. А если ребенок склонен к аллергии, то лучше отложить знакомство с этой ягодой до 2-летнего возраста. Ну а дома вы можете приготовить из клубники замечательный компот, сварить клубничное варенье, сделать клубничный джем, желе, пудинг. Вы можете добавить клубнику в творог, а также украсить ей абсолютно любое сладкое блюдо. Дорогие телезрители, клубника радует нас не только наяву, но даже во сне. Если вам приснится сочная, спелая ягода клубники, то ожидайте романтическое приключение наяву. А я напоминаю вам, что секретом успеха любого блюда является ваше хорошее настроение и то чувство любви, с которым вы готовите для ваших родных и близких. С вами была Королева Элина. Смотрите нас на сайте balance-tv.ru, а также на наших страничках в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до новых встреч!